Вы спрашиваете о сервизе? Да. Люди давно осознали, что прием пищи – это не только физиология. Люди собирались за столом для того, чтобы быть вместе. Посуда, если это сервиз, служит именно этой идее. Идее единства. Посуда в сервизе. Всегда из одного материала. Если это фаянсовый сервиз, то там не может появиться никакая другая деталь из какого-то другого материала. Первый сервиз появился так давно, что человечество не помнит, когда. А вот известных сервизов тоже очень много. Лебединый сервиз Кендлера состоял из 2200 предметов. У сервиза есть и серьезные ограничения. И оценить его можно только тогда, когда он девственен, когда он выставлен на столе, вот в своей первозданности. Как ни странно, любое блюдо нарушает это единство. Но тем не менее, сервиз на столе – это всегда праздник. Это всегда лучше, чем случайный набор посуды. Единство сервиза еще и в том, что любая маленькая дефектная царапина на одном из предметов понижает стоимость всего сервиза. Но если сервиз идеален, то можно думать, что те гости, которые соберутся к этому сервизу, проведут идеальный вечер. В этом сила сервиза. Вот все, что вы должны знать о сервизе, об идее сервиза и о нем самом на праздничном столе.